Чё говоришь? Дедушка, куда пошел? За картошкой полез вот в сарай. Там погреб в гараже. И он картошечки нам сейчас. Ну как полез, папа? Сейчас картошки принесет. Видишь, снег идет, да? Я снесу. За картошкой в погреб полез. А вот он еще никуда не пошел. Вот он уже пришел. Здравствуйте, молодой человек. Ну, целый мешок он не принес. Он, так сказать, решил кастрюльку поставить, прежде чем куда-то лезть. Чего? Идите с Богом. С Богом? Мы ждем, да? Да. Доброе утро. Мы проснулись. Будильник звонит, где-то пойдем выключим. Пришло, нет. Будем смотреть телевизор. Печеньку, да? А воды? Вот целая банка воды. А у тебя полстакана еще есть. Давай принесем еще жал. И там будешь кушать? Да. О, какой хитрый. Ну, пойдем, пойдем. А ты неси. Нестить? А сам не можешь донести? Там два латы могу донести. Тяжелый стакан? Да, тяжелый стакан. Ну хорошо. Отнеси. Ну пойдем. Отнеси в рот. Полстакана там. Боишься разбить? Да. Ну пойдем.